Севастополь занял 6-ю позицию в рейтинге регионов России с самыми высокими ценами за квадратный метр строящегося жилья. Соседняя республика Крым заняла 11-ю позицию в этом списке. Такие данные приведены в обзоре Единого реестра застройщиков. Отмечается, что в среднем за каждый квадратный метр жилой недвижимости в новых севастопольских домах придется заплатить 90 600 рублей, а в крымских – 79 500 рублей. Всего на 502 рубля дороже крымских оказались квадратные метры в Хабаровском крае, который занимает 10-ю позицию. И на 1900 рублей дешевле обойдется жилье в Нижегородской области. Самыми дорогими регионами рейтинга оказались Москва – 217 700 рублей, Санкт-Петербург – 136 200 рублей и Московская область – 99 660 рублей. Также в первую десятку вошли Сахалинская область, Республика Саха, Ленинградская область, Республика Татарстан и Приморский край. В целом по России с начала года средняя цена за 1 квадратный метр на рынке строящегося жилья составила 103 095 рублей.